Друзья, всем привет! Меня зовут Жанна, и я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор женских вязаных топов, жилетов. Такие модели интересны тем, что их можно носить и как самостоятельный предмет гардероба, так и в сочетании с рубашками, блузами, футболками, майками или платьями. Связать такой топ-жилет можно из разной пряжи, например, из хлопка, вискозы, полухлопка, шелка, крапивы и других летних составов. Безусловно, топ-жилет очень удобная вещь и не только летом, но и в более прохладные дни. Перед тем, как продолжить просмотр обзора, я приглашаю вас в мои социальные сети, посвященные вязанию и рукоделию. Подписывайтесь, заряжайтесь вместе со мной творческой энергией и создавайте новые вязаные шедевры. Все фотографии из этого видео вы можете найти в моем Пинтересте. Ссылки я оставлю под этим роликом и в первом закрепленном комментарии. А сейчас я приглашаю вас к просмотру. Thank you.
Друзья, спасибо за просмотр, за ваши приятные комментарии. Делитесь этим видео с вашими друзьями, вдохновляйтесь и вяжите вместе со мной. Ну а я приглашаю вас посмотреть также и другие видео на моем канале.